Привет! Вы на канале Distract, с вами Дима. Скажу сразу, досмотри до конца, там будет то, про что ты вряд ли когда-то слышал. Кто-то использует постфиксы, а кто-то накручивает NVIDIA. И вот я набегал, что с тем, что с другим, уже достаточный промежуток времени. И мой вердикт простой. Постфикс выглядит красиво, в принципе, помогает лучше различать цвета, но при этом поджирает FPS, что может быть критично на слабых ПК. Накрутка гаммы коррекции и контрастности уже поинтересней. В темных помещениях это реально более эффективно, но днем на открытом пространстве дает какую-то пересветленную картинку. К этому можно привыкнуть, но имей в виду. Один из самых имбовых постфиксов для меня я уже показывал в этом ролике. Но там я использовал фильтр Monterial. Он не всем понравился, поэтому предлагаю обратить свое внимание на Chillwave, Boost, Emilio, ну и опять же на Monterial. У каждого свои параметры монитора, поэтому регулируй яркость и насыщенность под себя. Насчет панели NVIDIA, открываешь ее и просто крутишь гамму коррекцию вправо до тех пор, пока не увидишь, что твоя картинка стала ужасно белой, а дальше корректируешь ее контрастностью. Лично для меня комфортно 1.68 на 62. Но вот про что я хотел сказать отдельно, выяснилось благодаря вот этому вот человечку одна небольшая особенность. В нижней панели настройки графики любой опытный игрок и так знает, что нужно выключить все, что там есть. Но присмотритесь к функции шум. Чтобы вы могли увидеть, сейчас буду снимать с телефона. Не обессудьте. Вот изображение без всяких накруток. Теперь с выкрученной гаммой и контрастностью, из-за чего вы видите видоизменение цвета. Но стоит нам включить функцию шум, и цвета приходят в норму, но при этом высветление остается. У этого есть свои минусы. Картинка немного рябит, а если принять обезбол, то делает это еще сильнее. Если же вы комбинируете PostFX и NVIDIA, то в случае включенного шума обязательно выкручивайте люма-резкость и адаптивную резкость в ноль, чтобы не усиливать тот же шум. Кстати, на бусте из последнего добавил рейтинг цевей на АК. Ну и видос по поиску айтемов на локации. Цены на подписки лояльные, тиммейтов найдешь в дискорде. Подведем итоги. Если до этого тебя останавливало шакальство картинки во время того, когда ты накручиваешь гамму и контрастность, то попробуй использовать шум. Может быть, именно тебе это зайдет. На этом видео заканчивается. Спасибо, что досмотрел до конца. Увидимся в следующий раз. Удачи!